Предновогодняя суета – это загруженное время для многих, особенно для Орского драматического театра. Здесь день показывают по 4 постановки. Прямо сейчас мы находимся за кулисами, и давайте вместе узнаем, как живет театр в это время. На самом деле подготовка к самому праздничному, шумному и яркому периоду в году начинается еще в ноябре. Собственно, уже тогда арчане раскупили большинство билетов. Затем начинается кропотливая работа над сценарием, репетиции, прогоны, в общем, то, что и на этот раз останется за кадром. Весь этот процесс, можно сказать, некое таинство, за которым точно не стоит наблюдать зрителям, чтобы сохранить ощущение волшебства на спектакле. Кстати, именно это чувство и порождает всеобщий интерес людей к новогодним спектаклям, уверена актриса Татьяна Ивлева, которую мы застали буквально перед выходом на камерную сцену. Конечно, потому что хочется, наверное, какого-то праздника, почувствовать вот это чудо, волшебство сказочное. У нас даже вот заходишь в камеру, мы в малом зале работаем, у нас люди заходят и сразу: попали в сказку, в зимнюю сказку. А пока Татьяна гримировалась, на главных подмостках театра показывали другую постановку. Как мы уже сказали, в этом нет ничего поразительного. Такой режим для актеров привычный. Впереди у них еще все новогодние праздники. И лишь когда весь город вернется к трудовым будням, актеры немного выдохнут. Мы отдыхаем, когда люди начинают работать. То есть сейчас у нас как раз рабочие дни. У людей подготовка к празднику. У нас это, как правило, все делается 30 числа, потому что не 30, а 31, потому что это у нас выходной единственный, это 31 декабря. И мы быстренько закупаемся на новогодний стол. Со 2 числа мы опять приступаем к работе. Но вернемся из тихой гримерки в шумный холл Орского драматического театра. Ведь тут проходит то, что не увидишь ни в один другой сезон в году – новогоднее шоу. Те актеры, которые еще буквально пару минут назад жили жизнью своих героев, затем купались в овациях, теперь общаются со зрителями, веселятся и иногда даже обнимаются. На театральном языке это называется интермедия, то есть небольшая пьеса, которую разыгрывают между действиями основного представления. Второй год мы интермедию эту проводим совместно с автономной коммерческой организацией Центра культурных инициатив «Открытие». Большое спасибо им за идеи, которые они нам дают, и за помощь вот в этом мероприятии. Для нас, зрителей, поход в театр в новогодние праздники – торжественный момент, которого мы с нетерпением ждем и еще долго помним. А вот для большой театральной семьи – долгий, ответственный, но очень увлекательный процесс, тайны которого нам сегодня немного приоткрыли.